Через Ну, гормоны прям туда с севера в зону не получается, да? рекомендую. Это слишком быстро. Да. Хотел бы поиграть. Гормон. Давайте один-один нас сначала разведают гормород, а потом всех загонит, ну, кто куда. А чё, принципе... сразу альфа-то? Подожди, я... вообще, в принципе, никто не хочет морг через север твой, чё я говорю. Здесь триггера нету, они вас в гормороде встретят уже. Я все понимаю. Поэтому туда и вот. Бесмут сначала... пошли по югу. Разведка? Можно. У меня идея, короче, появилась сейчас. О! Хорош. Ваше счастье. Хорош. Будет проще, да. Тебе точно вижу. Внутри или снаружи убивали? Конечно, внутри. Purple, прям совсем так по горам хочешь на ландаках? Ну, не знаю. 3 километра, там, 4 километра. Объехать по, можно. По горам. Так мы же СПН. Это довольно, ладно. Там довольно все быстро продвигается. И противника встретишь. Да, и пострелять успеешь. И ну, можно и по югу, да. Что за общее? Ну, Боговская. Не помню. Ну, убийцы танков или что-то такое, или охотники за танками? С бронетехникой. Там, короче, показывают, как Абрамс живут, прикольно, смотри. Так и что-то они там не горели. Попаданий было много. Ну, не, там с конкурса, с корнетов нормально там уже было. Какое-то применение имеет армия там. Зачем его было смотреть? Это просто для общего развития. Я думал, ты это к разговору об РКГ. Зона от нас на 40. Примерно в том направлении двигаемся. Давайте дистанцию побольше между людьми. На 40. В конце этого хребта есть возвышение, там могут сидеть люди. Мы по лапинке идем? Лучше бежать по гребню, чтобы можно было свалиться влево или вправо на меня. Пулю побольше остановок, перерывов, осматривать все. Есть там противник, один противник, снайпер или тут еще, 40 возьму. Камень пробегает. Могу работать. Там двое, там двое, там двое. Пускай ближе побегут, они видишь, это к нам бегут, короче. Ну, все видят? Не успели. Он спринтует к нам, короче, спринтует. В моей команде откроем огонь. Залез. Давайте смолять.
сразу скиньте туда, только ну. Куда надо пуски? У меня есть только три штуки. Тогда на дамаж так хорошо. Учтите, что примерно сайзинг 60 и сайзинг 2. Еще придут. Не придут, они просто там лежат уже с оптиками, пулеметами. Прижмись немного левее, здесь ты виден из города, сейчас ты положишь. По кому? Он за кустом слева от камней, ползает. Понял. Ползает на северо-восток, убегает. Со стока какая-то хуйня стреляет. СВД, СВД. Он убежал на 40. Это не по вам, наверное, это по нашим ребятам. И пулемет там. Там, значит, на нарандаре людишки сидят. Можем переключиться на них, по идее. И, кстати, у противника мины. Чем мне гранату ему закинуть? Не, раз он убежал здесь. Короче, ты бы не бегал, так там зона уже. А вот это слева. Это перед нами дома. Труп облутали? Нет. Там в зоне вижу, бегают, могу работать. По нам же свои. Не, не свои. А, справа в камнях. Нас тут на 160. Что там за тело? Убивай. Не наблюдаю. Ну, не знаю. На склоне от нас, от группы, которая сейчас впереди выдвинулась. Вывести. Снайпер, наверное. Нет. Я тут на юго-западе. На севере от зоны, я так понимаю, никого нет. По хребту, бежали. На 130 свой. На 170 по хребту бежали вверху. Спускается вниз кто-то. Ну, один спустился, лег. Это свои, встал, свои. Это свой. Понял. Города стрельбы. А снайпер есть для этого. Из дома какого-то, левее дороги. От вас бежит где-то на 300. Еще один хотим. За бугром. Ближайший кор. Сейчас он выйдет на позицию. Сразу жду. Это же все наши бегают. Здесь сейчас стрельба, на ран. Ну и враг тоже там. Что позади нас, на 300 говорили, бегает. Я его видел, я так и не понял, кто это. Блин, калаш, враг. Живо, блин, просто так стреляй, блин. Перевязка у нас. Сейчас под. Блин, по нам взрывает. Да вообще. Сейчас заземлю. Крабов попробую поднять.
Живой еще, ты еще. Салин, ты пошел, да, туда? Да, я пошел. У меня есть боязнь, то, что меня могут. Есть дымы, закиньте еще. Блять, скоро погоди. Сейчас нам с этой горы будет, блин. Там вот, кто-то ну. Бегает, возможно, свой. Да я, ты да встал я. И не в колонну, я... Максим, короче. Он я сам себе колен. Хорошо. К земле. Сюда стреляют, блин, все. По нам, блин, вы этого на 300 убили или нет? Да, да. Да. Так, их по нам убили со 100, с горы, сверху пулемета убил очень хорошо. На запад отойдите. Давайте уходим на 320. Короче, он живой, только в земле. Ну, добей, как нам гранатки не нужны. У нас упавший гент есть? Или раненый? Да нет, вроде. Вот. Сейчас по нам из города могут схуярить. Так, вижу СВДшника, по-моему. Блин, посмотри, азимут 30. Азимут 30, там камень. С той стороны работал. Да. И здесь это накрывают зоны, простреливается. Я в курсе. А че у него за ствол был? Калаш? Ну калаш обычный. Тут калаш торчит, блин, из земли, ёпта. Ты его убил, Солян? Он походу без азанку упал, не очнется. Такая... Почему мы до сих пор не убился, не понимаю. Да он не может того. Ну это так кажется, на земле, в земле. Но река там лежит, если близко подойдешь. Да запечен. Не хочу, чтобы он очнулся и начал потом нахуй. Я до сих пор не понимаю, где. Я когда стрелял по нему, кстати, он тоже так, как будто в текстурах. Я видел только, ну, дым от выстрелов, а самого его не видел. Солин, где он от тебя? Да прям подо мной. А, все. Ну все, бросай тогда его, или гранату положи на него. Да, ну сейчас еще одну. Паша, ты жив. Что я? Я тут бегаю с вами. О, выплыл, выплыл. Мы пересекаем дорогу и на гору лезем, да? Да. Потом просто с северо-запада заходим в зону. По идее, наш пацан из Нарандара. Потому что свои не приняли. Вижу мину в зоне. Первый дом. На метку на нее дай. А карты нет? По GPS. А, нет, карты нет. Сразу за первым компаундом. Во дворе или снаружи? Снаружи. Хорошо. На. Прервался. На 40, говорит, или? Иду. Надо выше подняться, я его так не... Вроде смотрит на ват. Сейчас выйду на верхушку, лягу, может быть, удастся.
мочить. А в город вообще огонь идет, нет? Нет. Сейчас нет раньше. Что я думаю, может уже зайти, нет? Да я вдоль, как где-то путь. Снайпер уходит. Я не смог руки свои. Кто ко мне подбегает, азимут на 6. Салин, 60. Шоу. Ничего. О, с Гурдура, смотри, еще работает. Это враг точно, да, на Гурдуре? Ну, там и сюда было. Что за херня? И где он вообще? Вижу. На зимут 350, что ли, бежит по склону СОДшный. К нам? Да, в СОД у нас. Я не вижу. Нет, не от нас, бежит теперь на запад. А вижу, 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 налево бежит. Давай накроем его, давай накроем. Давай. Давай. Охуеть, я его снял, блядь. Убивайте, я на востоке. Давай я попал до битвы, блядь. Ладно, я пошел на 60, где мы... Вам тоже советую здесь не лежать. Убит. В зеленке не заходите, где лес растет, не заходите. Там мины могут стоять. Что там про командира? Кто у нас командир? Я. Разве не похож, по-моему, мужественному Монтенбург? Приказы какие-то неуверенные. А хоть что-то приказы, все места знают давно. Ну, кроме тебя. Бежал вообще туда в город. Флайер живой? Ага. Так понял, мы без потерь пока. Получается. Каркар что-то молчит. Понятно. Но он... 22-й. С калашом. Вы полезли наверх? Да. Я туда не буду, я здесь останусь. Жаль, что удивился, это что там ничего. А вы не сильно на север забираете? Хотя нет. Мы же здесь можем зайти в город. М? Через этот ущелье мы можем в ажбинку в город спуститься вниз. Да, можем. Только здесь мины сейчас стоят. А, вон труп валяет. Я уже думал здесь упустили. Дальше по склону на 120. Вау. Положительных краев, крайних. Если трубы есть, туда надо работать. Также надо сломать трехэтажное здание.
Вижу трассер. Лично трубу туда можешь зарядить? Я вижу. Попаду далеко, далеко. Это не дом, да, это не дом. Он лежит просто на склоне. Крафт, это СВДшники, труба еще. Ага, нас так пока я потом заберу. Ну и сам. Сейчас подойду поближе, заряжу. Кто хочет, там труба и ПСО-ка. Ага. Осматриваю его, в то место, пока я не вижу, он где-то в постели. На северо-востоке крайний дом, прям на улице чувак стоял. Вижу, вижу, вышел из дома. Бежит в гору к тому, с СВДшник. Я через лесок иду тут, если взорвусь и подберёте меня. Да пойди, вон СВДшник уходит на... Он что-то поработает? Потерял я его, не вижу. Да у него перед лицом мой пуль падает, я не могу пристрелить. Он ползает, сейчас пацан ползает на середине горы. Ага, вижу. Он вторую убежал, когда я его пытался. Байк нам попал, тяжелая гадка. Ебать, пацан, у меня патронов не представляете, у кого-то есть. Ну, да, у меня калаш по своей. Сейчас посередине парень умер. Можно считать, теперь СВДшник остался в этом помещении. Ага. В лесу. Три магазина последних осталось. Флайер, ты жив у нас? Ты, по-моему, убили его. Я могу им, кажется, 16 СТ дать. А, вижу, как трассы летят из трехэтажного дома на окраине. Дом такой с пристройкой трехэтажной. Туда бы трубу нахуй плавать. А через дорогу, которая на другой стороне дороги. Да, он там самый высокий. Там постоянно люди сидят. Не знаю, попробую. Давай. Салют, смотри, с если... Со склона с лесом туда, куда снайпер убежал. Я не понял, где он. Я сейчас буду у него светить. Ты трубой будешь стрелять? Бровы буду. Салют, смотри, если Паш пойдет. А? На последнем этаже ходит, вижу. Так, а у этого дома рядом еще телевизор, как оно, господи, энергобушка с проводами, да? Я вот, кстати, у меня снизу не нахожусь, пока не понимаю, какой дом знает. Паша, от тебя это 130. Самый крайний дом. Понял, левый, прям да? Уже, да, левый, деревянная пристройка. Третий этаж. Третий этаж, а один, там к нему кто-то уже из своих полез. О, там видел на первом. Добивается. Ай! А, своя. Да я выстрелил. Снова все в тиксов шутки. А, вижу, он, блядь, на лестнице шли. Он еще жив? Да, он еще жив. Ты что, трубы есть? Да, я могу. Ты понимаешь, как, в каком доме идет речь, короче? Нет. Выходи, и он разрушит дом, короче. Еще одна труба, я думаю, совсем сложится. Тот, который от тебя на 130 разрушенный. Бля,
Я к нему, короче, наш тут ползает, его, наверное, тоже убьет сейчас, давай окарка. 200 метров. Давай, но не сильно задирай. СВДшник умер, короче. Можно считать, валяется. Сейчас по нам кто стрелял с эмок. Мина. Каркарыч минус. Свои, что ли, у нас? Похоже, да. Или отобранные у нас. Там из дома чувак вылез, я по нему начал стрелять, и меня накрыло. Это потому что свой был, по-моему. Да? Из того дома, который мы РПГ обрушили? Да. Сейчас работал калаш из зон. По мне, ранен, сейчас умру. Проверка. Друг. О, здорово, ребят. Тут нас мало осталось. В разрушенном доме еще есть тело. Разрушенный дом, это вы на тешке пускали? Да. Красавцы, нашему ноги сломали. Нет, куда без добра. И не убили того, кто там сидел, поэтому. О, сейчас, если успеет, то... Он же, походу, никого уже не убьет. Нормально. Бронекуст? Бронеелка. Нет, не брони. Броня с дуней. Чё, я-то чё, я сразу... Броня с дуней. Сегодня у меня вообще что-то твои читы не сработали, Паша. Привет. Прям первые пули. Райс так испугался, что уже убежал из гитары. Обнови читы, Паша. Да, Паша, обнови читы. У меня труба не летит, Паша, надо читы. А в доме, что ли, Башир? Да, там как... Башир. Я по нему стрелял, да? Да, почти убил. Он в шоке. Потом спектатора выйдет. БЕшники. Сейчас убьют кого-нибудь и все. А Башир, он похоже сказал. О, все. Так,
Бисмут забегал. Всё, Бисмут нашёл свою задачу. О нет, зайди в другой дом. А, он меня на этом доме убил. Он как риэлтор. Чё? Да руби. Да руби, бля. Да, руби. Не может с домом выбрать. Таких только в оборону надо. Вот второй кальян. А он отказывался идти в оборону, самое интересное. Лучше пошёл. Мы ему говорили, слышь, не рви отделение, ты что делаешь? Чем в туфаре? Если бы ты не сидел на одном доме 10 минут лишь.